эта идея в этом проекте два спектакля сделать одинаковых и потом меняться гастроли была еще в тот период, когда Севастополь был украинским городом. Вот. И мы думали, как найти какую-то вот дружбу, какие-то взаимоотношения с Россией, вот с Владимиром, там на каких-то личных контактах, И вот решили сделать этот спектакль, эту пьесу Рогожина, такую мелодраму, морскую тему. Вот, как бы более-менее нейтральную в то время, потому что были проблемы. Ну и вот пока мы думали, я уже начал, уже художник, потрясающий художник Борис Бланк, этого спектакля известный, достаточно народный художник России. Вот. Ну, пока мы все это начинали делать, вдруг получилось так, что мы стали тоже Россией. Мы были предвестники этого события, мы шутим, потому что действительно мы даже поверить не могли.